Сегодня утром в аэропорту Емельянова экстренно приземлился самолет, выполнявший рейс Пекин-Москва. Причиной стало буйное поведение одного из пассажиров. Он приставал к другим пассажирам и к членам экипажа. В итоге командиром воздушного судна было принято решение о неплановой посадке в Красноярском аэропорту. Буйного пассажира высадили. И вот что об этом происшествии говорит пресс-секретарь аэропорта Емельянова. Сегодня в 8:48 местного времени в аэропорту Емельянова произвел посадку самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал по маршруту Пекин-Москва-Шереметьево. Причина посадки – неадекватное поведение одного из пассажиров. Данный пассажир был снят с рейса, прошел медицинское освидетельствование, и в настоящий момент с ним работают правоохранительные органы. Самолет вылетел до пункта назначения в 10:26 местного времени. Пассажир, снятый с рейса, остался в Красноярске до выяснения всех обстоятельств произошедшего.